Тогда вот подождите. Так, уже все, это запись пошла. Выключите пока. Нет, нет, я никогда не это. Все, полный экспромт. Итак, друзья, перед нами семья по фамилии Савинич. Старшая Елена Александровна Савинич. Я всегда ее титулы подчеркиваю. Почему? Потому что для меня это престиж. Да. Вот, богом забытом краю, под названием Шушинский район. Знаете, я сразу в таких случаях люблю поприколоться, пошутить. Журнал «Литературная газета» напечатал письмо юмористической девочке, которая написала. Я была в турпоездке в Шушинском районе Красноярского края на даче Ленина. Так, теперь, значит, шутки в сторону. Итак, Елена Александровна, президентский стипендиант, красный диплом, мы же не зря здесь вдвоем, правильно? Вот, красный диплом, университет, агроуниверситет Красноярска, так, курсы по повышению дипломом и знакомством и с участниками не ниже доктора наук. Это надо уметь, и это пригодится. Теперь так. Молодое дарование, в очках, как я, значит, Иван Александрович, так он будет снимать параллельный фильм, тренироваться. Ну и за одним чего-то глядишь и это запомнится. Так, покажи меня. Вот. А это Валерий Константинович Железов, знаменитый на всю Россию и на весь мир садовод. С уникальными сортами, с уникальными достижениями, который мы сейчас с вами и посмотрим. Все, прогуляемся по его саду. Спасибо. Я надеюсь, что когда-то так и будет, как вы сказали. Так, теперь тема сегодняшнего фильма уже будет примерно 500-800. Ух ты. Никто не считал. Сам их встречаю, когда на Ютубе. Это просто удивляюсь. А неужели это я в каком-то году? Смотрите, тема. Значит, там за забором. Сейчас даже отсюда покажу. Сад, который был заложен весной 85 года. О, вон он, смотрите. Абрикос, персик, вылочная вишня, слива, крупная слива, огромная слива. В общем, здесь даже некоторые сортов не знаю. Вот так, это сад, который мы уже изучили от и до. А теперь мы с вами находимся в участке, который был куплен в 2015 году, значит, ему пошел шестой год. Но что-то здесь идет издавна. Здесь мое влияние, когда этот сад был бабушка посадила. Вот моя, вот еще раз, вот мой домик из опилок. Да, из опилок, да. Вот, из досок и опилок. А здесь уже что-то росло. Вот это. Сейчас давайте посмотрим. Расставаться никак не могу. Уже 30 лет, смотрите, уже потеряли, нет, не вкус, ну, немножко крупность потеряла. Это китайская слива, безымянная, которую мы назвали красно-желтая. Вот, ну, вас уже заставлять пробовать не буду. Попробуем, потому что... все равно интересно. Еще раз? Конечно. Ну, давайте еще раз. Так, вот так она висит на ветке. Ну, в молодости она была в два раза крупнее. Естественно, да? Вот на ней есть прививка. Так. На ней есть прививка. Вот это вот венгерка. Видите? Ну, на ней плодов уже нету. В этом году их вообще ни одного не было. Эта венгерка одна из самых ценных из венгерок под названием «Волжская красавица». Мне прислал сам Чернышов в свое время. Вот. Ученый. Замдиректора Зонального института Саратовского. Видите, какие у меня знакомые, друзья. Теперь смотрим на молодой сад и удивляемся. Так, у меня что-то сваливаются штаны из-за того, что тяжело карман. Сейчас, минуточку. Ага, пойдем. Так вот. Вот так я определяю культурность. Дикие манжурские абрикосы. Так, но дикие уже, они давно не дикие, у них название сохранилось. Обратите внимание на крупность. Раз, крупнее, крупнее. И явно благородный. Кто у него папа, никто не знает.
Смотрите сюда. Вот. Ну, то, что не ухожено, ну что делать? Когда мне 3 дня назад 7 стукнуло, да? Да. Вот. Много от меня не требуйте. Вот. Знаете, вот посмотрите вокруг, да? И туда, и вдаль. И тоже еще один прикол. Значит, один из отзывов, который попал куда-то в СМИ, там было это. То есть та девушка была на даче у этого Ленина, да? А это написала про меня. Мы были на даче у... Нет, не так. Мы были в саду у Железова Валерия Константиновича. Вот. Все замечательно, но фактически это большая неухоженная дача. Вот так был ответ. То есть люди ожидали газончики, цветочки. А какие газончики? Если вот эта трава, да? Это я уже как бы... У нас же учебный фильм. Вот эта трава. Она косится и остается навсегда. Вот, навсегда. Вот это и есть один из агроприемов. Траву не убирать, кормить червей, черви кормят деревья. О том, что черви кормят деревья, в школу почему-то не проходят. А, я в сельской украинской школе проходил. Так вот, смотрим на эти сеянцы. 35 лет я, сцепив зубы, только привал и говорил, никогда не посадил гордо ни одного культурного абрикоса. Что вы видите, на 36-м году я железо посадил, выбрал самые огромные плоды, 100-граммовые, помните, угощал? Да. 100-граммовые академики. А знаете почему? Да потому что сейчас вы же не все вебинары видели. Пошли письма и эти фотографии, имена. Ну пусть в 2 раза мельче. Но академики не замерзают, не привитые. А почему? Потому что у них в роду... Маньчжурские абрикосы в качестве подвоя, бывшие. Идем дальше. Земли у нас в стране мало, поэтому, к сожалению, мы вынуждены калечить почву, хотя это, в общем-то, запрещенный прием. Идем сюда. Вот мы там увидим начало сада, там 5-летние деревья. А здесь, ну вот сколько ему? Вспоминаю, в прошлом году кто привел? Помню. Привито за столом в 2019-м, есть фотографии, 2 мая, пересажены, 2019 пересажены и, нормально, станьте рядом, пожалуйста, станьте рядом, раз, но есть тут и поменьше, а если это, посмотрите на этот персик, прививка прошлого года, все честно, вот, я не то что хвастаюсь, я просто констатирую факт, вот она выше меня уже, так? Вот. Слива венгерка, богатырская, вот. Она была в прошлом году, выросла на 2 головы, выше меня была. Однолетка. Прививка, ой, обрезка сделана. Так, уже это самое, посажена была, вымахала в 2 метра с лишним, так. Потом я ее обрезал. Почему? Была одна голая ветка, и потом куда это? Ну, да. Ну пришлось, называем это... Первый год не так страшно. Называем это формирование штамба. Формирование скелета. Кроны, так скажем. И вот она. Вот где-то, вот тут вот я обрезал еще ниже. То есть на высоте где-то колено я обрезал. Вот результат. Все это выросло. Вот. И если неудача, смотрите, не так просто. Дело в том, что растения зависят от почвы во многом. Вот не принимает почва. Прекрасное растение, вот это единственная неудача, вот эту сливу. Я посадил не в прошлом году, как вот эти вот красавцы, а позапрошлом году, и она с тех пор дохнет. Я не проверял рамкой гепатогенной зоны или нет. Это просто метод тыка. Вот. Ну и наконец, чтобы полная ясность была, знаете, что здесь? Здесь яма, которая заполнялась мусором, городским мусором моим. Мусором в течение 2 лет заполнилось полностью, так, ни одной грамма ни в городское, это самое, мусоросборные машины, ни в деревне появились мусоросборные машины, мы платим, а мусор я весь у меня тут. Потом этот мусор навсегда станет кладовой для этого дерева, вот она венгерка, так, а это что тут такое? Мешается жить. Вот эта венгерка и вот это вот этот персик.
кладовая для них обеспечена. Если помните, на том участке у меня растет два огромных дерева, груша, сварог и нарядная фима. Между ними вот такая яма. Теперь догадываюсь, почему они вымахали выше всех. Так, пойдем дальше. Так, а этот, видите, похуже пошел. Представляете, привит годом раньше и как сильно отстал. То есть не все коту масленица, не все. Так, идем дальше. Так, просьба отвернуться и не смотреть на эти огромные покрышки от автомобиля. Это не я, это предыдущий хозяин был гаражным начальником. Вот, ненавижу покрышки. А убрать не смог, даже пошевелить. Но для цветов хорошо. Даже пошевелить. Все равно ненавижу. Ну, давайте смотреть. Значит, смотрите. Мы, тут у нас есть отдельные успехи. Вот те абрикосы, которые дают плоды до 80 грамм. Королевские, раз, два, три. Так, уссурийская груша. Вон она. Молодая, ей 10 лет. Уже полчаска заняла. Видите, какой урожай. Ну, мы сейчас будем говорить о молодежи, то есть, что может добиться за 5 лет. Вот, честно говорю, только сейчас звонила женщина с Абакана. Вот, подай ей 2-3-летние, хочу сразу урожай. Я ей давай лекцию читать. Вот. А перед этим мне отец Александр из Москвы, мой новый знакомый, позвонил. Мы поговорили, что он у меня выпишет книги, диски учебные, да? Вот. А тут у меня сидели гости. Вот. А я перешел на нее, то есть разговор второй был, да? И я тут же изменил тон. То есть, когда она сказала, что хочу, чтобы сразу посадить и сразу урожай, я не выдержал, а у меня это самое, ну я же фанатик. Я говорю, внимательно, берите бумагу, она с телефон записывала, записывайте. Чем позже дерево вступит в плодоношение, чем дольше у него продлится детство, тем она будет здоровее, всю жизнь никогда не будет болеть и даст максимальный урожай. Никаких быстрых урожаев. И это же меня опровергает. А знаете, почему она с плодами уже? А потому что пересажена. Это вот как, однолетку посадил, ткнул, было место, ткнул. Вот так же ткнул абрикосик. Это все свеженькое. Вот эта посадка прошлого года, однолетнего. Другое дело, что есть хитрости, которые... Ну, хочется, всех учу надо как можно позже, а знаете как, годы уходят. Вот надо испытать и надо. Посмотрите, что там написано на бирке. Помните, я говорил, что у меня Антоновки нет? А? Было? Антоновка. А, Антоновка. А почему? Приходится возвращаться. Восстанавливать. Да, потому что больше некому. Антоновка по всей округе мертва. Гибла. Да. Все, по крайней мере, я не говорю за всю округу, я не могу быть в каждом участке. Но массовая гибель связана с бактериальным раком. Посмотрим на наш участок. Найдите у меня, кстати, вон смотрите, вон они. Яблонь, яблонь, яблонь. Ну, там по краю все идут густо, так? Найдите у меня хоть одну больную веточку, смотрите. Вот этим деревьям 4 года. Когда я садил вон те, это в 2015 году, а, нет, это 2016 год, годом позже. Вот, давайте смотреть. Вон, вот ту, узнаете? Елена Александровна, помните, фотографировались? Да, та, эти яблоки от 300 до 500 грамм. Было? Да. Фотографии я вашу есть, использовал. Есть. Вы можете требовать это... Авторский как? Гонорар? Да, да. Красивая женщина, красивые плоды. Ну, а как? Так, вас, чтобы лучше запомнили. Да ладно уже. А простите, я знаю в России все. Вот. Вы кандидат номер один. Пройдя вот все, к сожалению, бюрократические ступени, аспирантура. Что там дальше идет? Кандидат, доктор. Потом вот. Доктор наук. Ну и когда-то будете самым молодым академиком. Ох,
Очень надеюсь. Ну, давайте надеяться. Так, вот тут в яблоки попадали. Вот это самая простая вещь. Это у меня. Все, неужели не осталось? А вот, поднимай. Вот. Тоже забытое. Знаете, что это? Белый налив, красота. Он, кстати, вкусный. Вы знаете, что интересно, белый налив, да? А этот белый налив, я не могу не это. Ну, чокнулся на этом деле. Смотрите. Значит, у меня белый налив, молодое дерево было. Но привито это на Сибирку, это сверхнадежно. Не зря же у меня признаков болезни. Ну вот, где еще показать вам яблоки? Ну, увидим по ходу. Так вот, совершенно здоровое дерево, да? Клянусь Богом, не можете найдете там капельку тлен. Никогда не опрыскивал все это. Ну вот, как мне? У меня уже это, священники, друзья, ругают. Говорят, не вздумай клясться, грех. Так вот, поверьте тогда на слово. Как это было дело? Первый мой белый налив я привил на ранетку. Знаете, если слово пурпуровая ранетка, лучше подвой считался. До Сибирки. Сибирка была забракована до меня. Так было? Вот. Вы же тоже много знаете. И получается, что она, когда появились молодые, первый нормальный урожай, а я тогда не знал, что такое ведутин грудас, а она окрасилась розовая этот. Представляете, вот покажите ее. Так, она стала розовая. И приехали ко мне гости из Ростова. И когда я их угостил, а сад был молодой, вот, кроме, нечем было угощать больше. У них были вот такие глаза, они ее не ели, не, они ее жрали и говорили. В Ростове вкуснее нет ничего. А представляете, до чего дожили. А потом, когда ко мне приехал Курдюм, и говорит, что а Ростов или, допустим, как он называется этот... Сейчас скажу, этот Кубань, это почти одно и то же, да? Он говорит, у нас выродились яблоки, это сказал Курдюма мне, вот, у них вкус картошки. Ну, вот теперь попробую в этом году, это, ну как, не угощал же еще, попробую. Можно кусать? Да для чего же я это, вот. Ну, почти первая по скороплодности, да? Вот, и прекрасно, я сам их яблоко вообще-то не ем. Все больше на груши. Вот, здорово. Так вот, пожалуйста, один из примеров, да? Вот, теперь вы мне скажете, это, что, нет. Ой, я сейчас такие дебри залезу, пойдем. Ну, вот это вот, смотрите внимательно. Посадки 2015 года из семян. Больше об этом не буду ничего говорить, мы уже об этом столько раз говорили, покажется, что я про одной тоже. А вот о чем мы не говорили. Вот эта молодежь, вот здесь было это, в прошлом году, всего лишь по одному абрикосику. Но знаете, они как? Это посадки 2016 года и культурные. Вот. Сейчас вы удивитесь, что вы там увидели. Сейчас подойдем к тому. Я по листу поняла, что вот. Это какие-то совершенно разные культуры. Да. Но об этом позже. Это отдельная тема. И вот что получилось. У меня на каждом дереве было по одному плодику. Так, в прошлом году. То есть на раз, два, на четвертом году жизни всего по одному плодику. Но какие? Академик, который с длинным носом, стал квадратный. Я сейчас... А в этом году ни одного плода. Мне так обидно, я жду, думаю, что ж такое будет, почему он квадратный? Ну вот такой, знаете, как кубик дети играют. Не квадратный, а кубический, во. Вот. Ну, в общем, тут много таких приколов. Поняли, что, в принципе, в следующем году можно ждать чудо уже настоящего. Объясняю, почему он должен в этом году весь быть в плодах, а их не было вообще, вот на этом, на молодежи. Только на старых и то, что интересно, только понизу. А причина банальная. Пришла зима. Первые морозы, все уснуло, и лист был сброшен, все путем. Потом бах, опять вернулась теплая осень, проснулись почки и заплодовали, и замерзли. Вот. Так что кубический абрикос, а жить-то хочется, дожить. Откладывается еще много чего. Вот. Здесь у меня есть ветка, да? Ну, сейчас я могу показать, могу не показать. Вот. Если бы на ней были плоды, показал бы. То, что привез с Украины, и то, что плоды на Украине не влазили в трехлитровую банку.
Вот. Вот эта ветка вернулась от Боднера ко мне обратно. Что будет, посмотрим. Ну, а этот год, а всего второй год у меня. Ну, рановато. Она привита в скелет. Идем дальше. Значит, методом тыка, мною и Чернобаевым установлено. Он меня опередил. Он первый начал прививать мои венгерки на абрикосы. Так, добился урожая. Стали вкуснее, крупнее. И розовее. Получился фактически новый вегетативный сорт, да? Ну, фотографии у меня есть. Я ж это, то считается сад-дублер. Вот. А теперь смотрите, какая у них совместимость. Прекрасно прижилось. Смотрите, совместимость. Показываю. Размер 1,5 метра есть? Да, наверное, больше даже. Ну, в общем, 1,5 есть. Вот это... Сейчас только какой? 5 сегодня? 6? 6 августа. Еще будет расти на 0,5 метра вырасти. Вот. И впервые меня, старого волка, садовод-любитель, я же уже не любитель, раз я торгую, то все. Вот. Заткнул за пояс, молча перевел мои венгерки на это и получил такие урожаи, такой вкус. Но это все будем ждать теперь это в своем саду. Ну, короче, умы у меня. Но мне интересно, я все равно горжусь. Начало-то от меня с Украины привез. Ну, да. А ведь получилось. А и что интересно, они хороши, как третий этаж. То есть до культурных. Вот это вот у меня то ли отсюда не вижу королевский, скорее всего, королевский абрикос. Вот на культурных венгерки прекрасно идут. А он-то с этого и начал, он не стал, как я, на дикаря. Так, идем дальше. Ох, и разговорился я. Так, потом посмотрим сюда. Итак, мы видим дерево. Второе дерево, которому 4-й год. Этому 4-й год абрикосу. И вон яблоня, та самая, с огромными плодами. Что мы видим между ними? Остатки плода питомника. То есть, это дикие уссурийские груши, которые вот так вот вдоль рядов растут, вдаль, туда, вправо. Вот, и которые Сергей не успел привить. Там такие же выкопал и выкинул. 2 сотни. А эти еще, возможно, я ему сказал, что умру. Но весной сяду за стол. Больше ни на что не способен, только прививать за столом. Чтобы кто-то мне выкопал, я их буду прививать пень врачеб. Потому что они уже переросли все эти. Вот, и тут их много-много, вот, много-много. Вот это вот первое, обратите внимание, перед вами две колновидки-близнецы. Одну я садил, не обрезая, а вторую, как принято, сильной обрезкой. И то, и другое считается плохо. Не обрежешь, плохо приживается, а когда обрежешь, получается развесистая. Догадываетесь, которая обрезана? Да? Вот. И получается, я совершил страшный грех. Потому что эти самые скелетных веток на колновидках не должно быть. Так, ну, результат скоро узнаем. Тут еще яблочек нету. Давайте посмотрим на других. Вот. А вот это знаете, откуда взялось? Вот это деревце, тоже колновидка. Одна из двух, которые были куплены на рынке. Но вы не думайте, на рынке никогда бы так и не получилось. Рыночная до сих пор мне по колено. Им 10 лет. Дали 2 яблока. Одно, другая ничего не дала. Но я срезал веточку с рыночного. То есть я отдал 1000 рублей, 2 по 500, ради вот этого. И, внимание, вот этого. Но никакой скороплодности речи не идет. Это так. Сколько лет им уже? Это сейчас скажу. Посадки 2016 года однолетними оттуда перенес. Там места уже не было. То есть получается, что... 5 лет. 20. 6 лет. 6-й год пошел. Ну вот я дождался первого урожая, смотрите. Ну, и то спасибо. 1000 рублей как-то вернуть вряд ли удастся. Но это же все
как эксперимент, так же. Вон третье яблочко, штуками считаем. Вот еще один. Посмотрите. Это довольно для меня стандарт. Это уже баргузин. Посмотрите, какой он формы. Так. К сожалению, ни о каких. Вернее, к счастью. Хотя я его не это, ну как, не обрезал, не формировал. Он дает обычную крону. Вот. Чуть загущенную. И на здоровье. Отрезать ветки, глупость, предательство и это самое. А те, кто еще других учит, это еще и подлость. Пожалуй. Ну, тут среди них затесалась опять венгерка. И, наконец, те яблоки, они знаешь, какие стали? Вот такие вот. У меня есть вот такие фотографии. То есть, на 20-м году у меня первое поколение, даже второе, колновидок уже, опять же, как назвать слово, когда они это выродились, да. Вот. Но я успел перенести. Я не могу еще расстаться, ну, просто для коррекции. Смотрите, какие. Вот. А у кого есть? А попробуй. Вон, смотри, смотри, в траве, смотри. Вот он наступишь. Вот ближе, вот. Нет, ближе. И вот еще одно вон рядом. Нет, вон, вот и прям к себе. Вот. Вот оно, ага. А, вот еще есть. Да. Потом они начнут падать. Как видишь, траву не косим. Получается, что? Неухоженно это. Значит, они вообще это были. Это не неухоженно, это задернение сада. Да, задернение. Значит, они в этом году все мелкое. Это просто ужас какой-то. И не только, это касается всех видов. Вот они должны быть крупнее в 2-3 раза. Можно попробовать? Да, конечно. Вот, пожалуйста, какие еще. Ну, это паданка, она могла упасть. А, да, это паданка. Давно. А вот эти вот достигнут стандарта, вот эти. Так, ну и гость программы, идемте сюда. Сейчас я выключу и переключение сделаю, иначе у меня может оказаться, что не вовремя сам выключится. Итак, внимание, кстати, там вот, может, от комаров спрячемся. Внимание, кусочек.